Всем привет! Это футбольные истории. 307-я часть, 8-я рота удивляет мир. В первую очередь я хочу сказать большое спасибо администраторам групп, в которых я размещал свои видео. С помощью вас, ваших групп, таким образом тысячи людей узнавали правду о происходящих событиях на планете Земля, которую так и не смог рассказать ни один, так сказать, журналист во многих странах на планете Земля. Ну а теперь давайте переходить непосредственно к теме, которую я озвучил. Это уже всем вам знакомое. Футбольная эмблема, которая находится в книге «Непокоренные высотой». Еще в 2011 году в разговоре с одним человеком я написал, что 8-я рота удивит мир. И здесь дата. Это было, видите, здесь все подтверждается. Рамиля Рафаковна, Капиталин Васильевна, Володя. Да и многие другие, с которыми я переписывался, я рассказывал об этом всем. По факту приведенных мной свыше 300 видео, ясно, что созданная эмблема в честь 8-й парашютно-десантной роты удивляет мир. Это я предоставил во многих видео. Я еще конкретнее скажу вам. Крылья символизируют подвиг авиаторов самолета Ил-76, а гвардия, берет и символ бесконечности отражает 8-ю роту. Соответственно, в видео, в которых я рассказывал много невероятных вещей и которые удивляли мир, соответствует тому, что эта эмблема была создана, чтобы удивлять. Эмблема чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года всего лишь повторит это все. Об этом говорится вот здесь. Сейчас я вам приведу перевод. Для этого я скопирую английскую версию, которая была написана. Вот она. Копируем и вставляем в онлайн-переводчик. Вставить. И вот здесь вы видите. Эмблема, созданная, чтобы удивлять и восхищать и так далее. Как видите, эмблема Катара по футболу лишь только повторила то, что сделала эмблема в книге. В ближайшее время я планирую взять тайм-аут по видео, потому что у меня наметились дела, и по ходу их продвижения я буду, конечно, рассказывать, но сейчас я хочу взять тайм-аут от снятых видео, потому что в течение 2 лет я предоставил огромное количество видео. Я хочу немножко отдохнуть и подготовить последующие материалы, такие же видео, их будет примерно более 200 еще. Еще раз спасибо всем, на этом я сейчас заканчиваю, желаю всем всего доброго, самое главное, мира на Земле. Мы, люди на Земле, созданы для того, чтобы жить мирно. И я беру тайм-аут.